Угадайте, кто из режиссеров за свою карьеру заработал 400 с лишним миллионов долларов? Мы, конечно же, говорим сейчас об отечественных киноделах. Даем подсказку – это тот, кто с завидным постоянством выдает комедии про хвойные деревья. Его успех настолько заметен, что теперь имя Тимура Бекмамбетова возглавляет список Forbes. Он, между прочим, умудрился обогнать Федора Бондарчука. Люди, которые умеют считать деньги, пришли к выводу, что самым кассовым фильмом казахстанца стала картина «Особо опасен», выпущенная в 2008 году. Но не только это, а еще и наличие в послужном списке Тимура таких проектов, как «Елки» и «Ночной дозор», позволило ему стать самым успешным режиссером. Наше поздравление, Тимур Нурахитович. Продолжайте в том же духе.